Сергей, назови храм, как называется? Антония Печерская. Сегодня у нас 7 января 2017 года. Батюшка. Здесь в храме. Вот. Все, встаем. Когда они уже там стоят, фигуровка на руку? Вот, икону видно? Нам не хоть сюда. От вас чуть-чуть не видно. Вот. С Рождеством, Паш. Праздник, улыбаешься? Да, улыбаюсь. Иногда можно улыбаться. Все, сейчас. У вас есть? Давайте на ваш руку. Да. Еще раз тоже скажу. А, это вспышка, давайте уберем эту сильную засвечиваем. Все, все красивые. Все красивые. А где отец Яким? Приболел. Приболел? Да. Ему-то, конечно, одному со всеми с вами справляться. Ты же бьет его там, лукавый-то, за всех его одного. Тянет, тянет всех. Так, как календарь ты возьмете? Превосходите. Да? Конечно, хорошее там, что митрополит благословляет всех. Обитайте, берите, чтобы дома было всегда. Сколько можно? А. О, но помню, вы что-то уже приходили дальше. Ну, давайте. Все будет в подарочке. Вот сколько. Все. Спрашивайте, пойдемте. Все, Богом. Богом. Так, так. Ты подойди к этому. Нет, нет, сюда. Вот, что сказала ей. А я все, матушка, вот это меня интересовало. А то меня дети ждут. Меня дети ждут. Вот такой небольшой храм. Оденься. Сейчас я надеюсь. Ты будешь потом хекать. Тут уже темно, вот, снимает. А свет куда выключить?
Так, я спел. Она ушла в зерна. Это где с севером? Ушли? Ушли. Да. Включать. Наташа, что? Все, ничего, все. Все. Давай. Все, колокольчество. Я думаю, что здесь, да?